Органная музыка в красивом месте. В рамках музыкального фестиваля «Тремоло» в атриуме Поволжского православного института имени святителя Алексия Московского прошел концерт органа с оркестром. Глубокая музыка, способная проникнуть в самые потаенные уголки души, прозвучала в исполнении уже знакомого гостям «Тремоло» Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Солировал народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин. Музыкальный фестиваль «Тремоло» является визитной карточкой города, и Поволжский православный институт является просветительской и культурной карточкой визитной. Как нехорошо сказал карточка, но вы поняли. Культурным центром города Тольятти и Самарской области. Наш Поволжский православный институт все силы направляет на то, чтобы вот эта культурная, духовная, просветительская составляющая в нашем городе с прекрасным историческим именем Ставрополь на Волге, город Святого Креста, чтобы эта миссия осуществлялась во всей полноте.